Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Итак, здравствуйте, с вами Блэкс 325 и Трололо 325. Не боюсь, не густой. Что же, мы продолжаем обзор на Слендера. И сегодня мы проходим классическую карту, ее еще называют Forest, то есть лес. Давно у нас не было обзоров. Неделю. Мы, значит, вот эту карту две части на каждую карту. Завтра выходит клаустрофобия, но мы попытаемся их нагнать. И это раком шапали. Сегодня мы, может, 6 обзоров делаем. Может быть. Ну да, ну я подумаю, может мы как гагатун по 3 на каждую часть карты. Не-не-не. Да, все. Все, погнали. Ладно, погнали. В общем, я буду вертеть мышкой как хочу. Я знаю, где все записки, кстати. Я знаю, как полностью собирать. Вообще знаю, где они все. Давай в этот раз посмотрим. Знаю, где они прям находятся, прям. Я запомнил в те места. Погодь, куда ты взял мышку? Куда ты идешь? Куда ты прёшь? Мне тут его. Куда идти? Да, вон туда. Да, йо! Тут, нет, тут, туда. Тут. Не знаю, где все записки. Ой, блин. Да хватит вертеть мышку. Я случайно. Как хочу. Да. Ты нормально руку можешь поставить? Ну все нормально. Да чё нормально? А, я, кстати, знаю мод, короче. На Слендера. Там ты играешь не ночью, а утром. Да. Давай тупо на хардкоре оставим без фонарика. Да нет, трудно будет. А мне легко. Трудно. Легко. Трудно. 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 Ну ладно, трудно. Кстати, Архип, если у нас сейчас мы себе не соберем больше двух записок, то я буду заново делать обзор. Почему? Я знаю. Потому что ты играть не умеешь. Я умею играть, я больше тебя записок собираю. Видишь как? Ну, забирай. Смотри, или он заберет тебя. Да мне пофиг. Туда идти? Смотри на мою жопу, чупа. Вроде туда. А вроде не туда. Иди так, куда идти. Я так наугад. Я сейчас обосрусь. Я здесь. Мне что-то уже плохо. Я в трусах плохо. Мы назад пошли, да? Не знаю. А, нет. Да. Поворачивайся. Резко! Да я шучу, ладно, пофиг, не страшно. Он даже не появился. Чурка, да где он? Помехи сильные. Тварь, ты где? Иди сюда! А, вон он стоит! Давай обратно! Давай. Я вообще молчу, я потом заору когда-нибудь. Когда резко будет, да? Дхаре! Достал. Я умею тут мухи. Менеджер пока самая тяжелая карта. Нам, кстати, менеджер на амнезию похож. Я тебя ампутирую левое яичко. Кто он там стоял? Он там стоял. Да хватит, не надо наверх. А помнишь, когда это дерево... Вон он, видишь? Видишь яичко? Яичко. Нет, я вижу. Ну, значит, а помнишь вот это дерево в шатере видимо слайд? Да, точно. Какая карта Форест тебя бесит? Да, потому что она самая стрёмная, ну, по мне. По мне тоже так. Направо. Направо там машина будет. Потом. Нет, сейчас. Путь давай. Мы с тобой ступили, блин. Почему? Ну ладно. Я отвечаю, мы с тобой ступили. Почему? Почему? Потому что стрёмно. Хопчики, жирные головочки. Если ты там... Я левой рукой, так как он у меня свободно, закрываю рот. Если эта тварь появится очень резко, я эту тварь в жопу закопаю.
Хотя как я его закопаю в это? А я вам обещал, что я буду делать обзоры с Блэксом. Куда пойдем? Куда налево пойдем? Нет, налево мы были, направо надо. Нет! Если ты не знаешь. Ты сейчас к Шаташлин пойдешь. Нет, не к Шаташлин. Я сейчас пойду к дому как раз. Следующий дом, потом будут камни, тупые камни. Смотри. Ладно, послушаю тебя. Посмотрим, что будет дальше. Давай, смотри, сейчас дом будет. Раз, два, три. Видишь? Говори же. А, ну да. На эту карту как свои 21 палец. Ну что, мы там? Прикинь, он снова тут появится. Я знаю, он у меня, слышь, он у меня с Мэфолисом уже появлялся. Вот тут вот, мы перестрались на этом, потом на это. Ну ты же смотрел? Да. Ну, видишь, он там появился. Куда пойдем? Налево, 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 налево. Он тут стоит, он тут стоит, он тут стоит. Я полузакрытыми глазами играю. Макароны. Да я тоже там. Макароны, макароны. Блин! Фак. Макароны, макароны, сахарок, сахарок, макароны, макароны. Нет, так, сейчас повернем. Стрёмно. Куда идем? Налево! Налево мы пришли отсюда. Давай, 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 тихо, тихо, тихо. Не появляйся, пожалуйста! Макароны, макароны, шахарок, шахарок. Обратно иди, или он там будет в доме. Надо к бочкам, где бочки? Ах, тварь, ты где? Ты где? Выходи на бой! Это вроде глюхи были. Нет, это не глюхи были. Глюхи, так он резко... Прикольно будет, если мы ржем, а потом резко слендерят такие. И мы дальше продолжаем ржать. Потому что эта тварь резко появляется. Записка где-то тут. Записка, записка. Потом надо резко валить. Записка направо должна быть. Не направо, там ее нет. Направо! Вот тут направо. Ее тут нет. Направо, ну там, ну не на того. Ты мутант, да? Там, вон там, посмотри, там на разных бочках появляется. Ты мутант, всегда. Да? Нету! Да вы издеваетесь, блин. Да? Козел, козел Слендер, ты их... Еще надо везде поискать. Ну, придурок, он перепрятывает их. Козли, но ты тупой такой. Ладно, идем дальше. Ну тут на бочках должна быть. Да тут не на бочках. Извини, но она не появилась. Она не появилась. Ты молодец, опять сейчас две соберем. Я огурец. А мы вроде... А мы две со... Нет, нифига, там две... камни. Сто пудов три. Там камни. Да, и Слендер. Да, и Слендер давал. Можно прикрыть глазки. А он по-любому тут сейчас помехи были. Он сейчас переместится, козел, и нас напугает, козел. Знаешь, как напугаешь? Если честно, адреналин это хорошо. Я знаю. Хотя он у меня уже... О, записка! Да, собирай. Давай как орать не будем. Давай как орать не будем. Направо сейчас иди. Я знаю, куда идти. Не указывай мне, сейчас я на дорогу буду. Ты недооцениваешь мою мощь. А ты мою. Недооцениваю. Окей. Да где он? Может, ты повернешь камеру? Нет, я не поверну камеру. Это жопа, головная жопа. Я его даже не видел. Молодец. Это тупой мол. Давай на бочках везде посмотрим, там должна быть записка. Если он нас напугает, он нас напугает. Ну хоть три собрали, как в прошлый раз. В прошлый раз было две? В прошлый раз, да. Не надо по три части делать, давай по две. Не, по три. По две. По три. По две. Как гагатун. По две. Гагатун тут прям. Хип. Так. Направо посмотри. Окей.
Говорил уже, на бочках нету. Видит? Окей, пошли в дом. Зачем опять? Там может быть записка. Там может быть записка, а там все время Слендер, уже третья, ты забыл? Это все ты. А что все я-то? Придется заново, наверное, делать, если четвертую не собираешь. Зачем? Честно, я сейчас обосрусь. А я, блин, нет, да? Я так-то тоже боюсь. Ох, засранец, вот тут он появлялся. Когда мы с Ваньком были. А, помнишь это место? Если он там есть, то он там есть. Помнишь? Помнишь это место? Черт. Черт. Да глаза закрыл. Давай, говорю. Если он там есть, то он там есть. Я поворачиваю мышку! Ну-ну! И я поворачиваю мышку, да, нет, стрёмно! Да мы там были, Архип! И чё? Вдруг он туда... А там бывало? Я тут... Нет, тут записки нет, потом мы тщательно проверим. Архип, ты туда-сюда ходишь, ты меня достал уже. Окей. Идём. Вот тут он сейчас тут... Вот тут он с Ваньком у нас появлялся, я закрыл глаза. Медитируем. Выходим, идем в лес. Выходим, идем в лес. Выходим, мы идем в лес. Бежим. Мы выходим. Да где этот молокосос? Блин, куда мне идти? Куда? По дорожке, по прямой. Ну, ни хрена не понимаю. Блин, да когда ты нас поймаешь уже? Почему выпускают такие стрелы? Знаешь почему? Если четвертый соберем, все окей. Все окей. Попугай. Попугай. Вон записка. Есть! Все окей. Четвертое. О, тут резкие глюки. После трубы резкие глюки. Да, будет час стрелу. Уже пересрался. Соберу. Все равно нас однажды сожрет Слендер. Я знаю. Однажды это как однажды? В один момент мы будем орать как поросята. Ни хрена ты сравнил. Не, ну я стрёмно. Что делать? Снимай трусы и бегай. МДК собрал все. Какой МДК? Ну ты не знаешь. И чё, что там? Блин, я думал орать не будем, но тут как это, блин, орать все равно придется. Орать придется, потому что я по дороге иду. А мы, кстати, еще ни разу не орали. Да, мы, кстати, еще... Нет, я один раз вначале. Приоривал. Дом не самый странный. Точно. Дом самый страшный фон. Где ты? Я увидел. Где он был? Он справа. Я не буду поворачивать. Ладно. Ах, тварь! Резкий звук, я тебя убью. Я тебе в прошлом выпуске говорил, что убью. Блин, придется поворачиваться. Как я тварь. Блин. Даже что-то не стрёмно было. С вами был Тролло 325. И Блэкс 325. До третьей части. Пока. Да.